Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW X5 M. Итак, левая сторона. Зазоры плохие, можно сказать, что их нет. Правая сторона. Две двери и заднее крыло будем менять. Ну а детали для ремонта кузова можно купить у спонсора этого видео. Сротас24. Сайт работает на трех языках. Около 15 миллионов БУ и новых деталей. Доставка по всему миру. Ссылки в описании. Устанавливаю машину на стапель и первым делом разбираю ее. Перед машиной разобран. И после этого я увидел, что с двигателем ремонта не получится. Отдаю машину для снятия двигателя. Итак, машина вернулась уже без двигателя. Устанавливаю машину на стапель и после снимаю подрамник и подвеску с левой стороны. На первый взгляд лонжероны в хорошем состоянии. Но если посмотреть снизу, крепления подрамника согнуты. Часть передней стойки тоже согнута. Стакан из алюминия разломан. И это будет первый этап работы. Для этой работы у меня есть несколько кусков с другого кузова. Ну что, начали. Для снятия крепления подрамника мне нужно будет вырезать части самих лонжеронов. Итак, теперь у меня есть доступ к креплениям подрамника. Вы можете видеть, как они повреждены. Вытащил их. Теперь мне необходимо сделать измерение. Для этого у меня есть карта с размерами. Почтовый адрес, где можно добыть размеры, будет в описании. Итак, после измерений я понял, что передняя левая стойка на 6 мм выше. Буду устранять эту проблему. Но сначала я удалю весь мятый металл передней стойки. Он имеет напряжение и не даст нормально опустить стойку. Я удалю его и облегчу задачу. И вот теперь я начинаю работы по вытяжке. Немного подтяну, и все будет в норме. Теперь ремонт передней стойки.
Я установил нижнюю петлю и теперь проверяю, как будет стоять передняя дверь. Нижнюю петлю надо немного подтянуть, и будет все гуд. Теперь все норма. Теперь могу сварить всю нижнюю часть стойки. Нужные части беру с этого куска. Передняя стойка я закончил. Теперь заканчиваю с лонжеронами. Для этого я установил подрамник. Ремонт передних лонжеронов закончен. Теперь я займусь заменой стакана. Он из алюминия и он сломан. Удалил стакан. Это оказалось труднее, чем я думал. Стакан беру с этого куска. Теперь устанавливаю его. Измеряю высоту и диагональ стакана. Они должны быть одинаковые. Заклепки использую 6-миллиметровые. Итак, стакан на месте. Теперь я покрашу лонжероны. We'll be right back.
Итак, лонжероны покрашены, и я обрабатываю их антикоррозийным средством. Устанавливаю подвеску, и на этом этапе покамест с передом я закончу. Теперь я буду ремонтировать верх проемов. Для этого буду использовать споттер. И затем поменяю заднее крыло. Во время ремонта я устанавливаю дверь и проверяю. Теперь замена заднего крыла. Для этого я имею кусок от другой машины. Итак, заднее крыло приварено. Теперь я заливаю оловом неровности и следы от споттера. Thank you.
прекрасно. Устанавливаю двери и заканчиваю ремонт переда. Капот имеет небольшие повреждения, это надо исправить. Капот из алюминия. Итак, работа с металлом закончена. Отдаю машину для установки двигателя и на покраску. Машину покрасили, установили двигатель. И через 13 дней машина приехала ко мне. Собираю ее. Ремонт этой машины закончен. Работа эта заняла 90 часов кузовных работ и 13 дней покраска и установка двигателя. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!